Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Психологическую драму «В одном действии ночь Гельвера» дадут на сцене театра ТОВ. Этот спектакль – предупреждение, напоминание о том, как рождается фашизм. Отстающий в развитии 30-летний парень, которого взяла на воспитание молодая женщина, видит мир глазами маленького ребенка, любит играть в солдатики. Слабоумному Гельверу нравится ходить с флагом под звуки марша, но он еще не знает, что является одним из тех, от кого чистят нацию. Начало в 19:00, стоимость билетов – от 300 до 500 рублей. А на сцене Феска-холл пройдет юбилейный концерт Александра Новикова, поэта-композитора, популярного в России исполнителя. Программа посвящена юбилею артиста. Поклонники услышат абсолютно разные произведения из репертуара Александра Новикова. Начало в 19:00, стоимость билетов от 1200 до 6000 рублей. 15-й юбилейный международный джазовый фестиваль откроется в Приморской филармонии одним из лучших джазовых коллективов России – квинтетом Игоря Бутмана. Участие в фестивалях Германии, Франции, Италии, Финляндии, Болгарии и Турции, гастроли в Израиле и США, выступления в самых известных джазовых клубах планеты – это далеко не полный список концертной деятельности коллектива. Начало в 19:00, стоимость билетов от 2800 до 4500 рублей. На спектакль «Поминальная молитва» приглашает театр имени Максима Горького. Начало в 18:30, стоимость билетов от 300 до 1500 рублей. В честь 70-летия заслуженного артиста России Александра Волосянко состоится его бенефис на сцене Театра молодежи. «Еще не вечер» – это лирическая история о трех немолодых американках, которые после смерти мужей создали своеобразный «Вдовий клуб». Раз в месяц они собираются на кладбище, навещают своих усопших супругов и судачат о жизни. Этих женщин связывает не только общая потеря, но и многолетняя дружба. Но женской дружбе приходит конец, как только на кладбище появляется мужчина и влюбляется в одну из них. Начало 18:30, стоимость билетов 400 рублей. Грандиозная феерия мощного живого звука, светового шоу и драйва любимых песен. Группа «Ария» выступит в Феска-холл. На счету музыкантов 12 полноформатных студийных альбомов, более сотни песен, сплетенных из эпох, культур и исторических событий. Начало в 19:00, стоимость билетов от 1000 до 3500 рублей. Открытие креативного арт-пространства «Артир» состоится на Пологой 69А. Этот проект – место исполнения художественных работ нестандартными и интересными способами. Большинство посетителей приходят, не имея художественных навыков. В процессе творчества они приобретают технические умения, понимание цветовой гармонии, а также знакомятся с основами композиции. Начало в 12:00, вход свободный. Музыкальная сказка «Буф. Кот в сапогах» состоится в Театре кукол. Всем известная сказка Шарля Перро в остроумном пересказе драматурга Николая Шувалова поставлена в стиле классического французского театра «Буф» как пышное музыкальное представление с роскошными декорациями и костюмами, обаятельными куклами и множеством трюков и превращений, свойственных кукольному театру. Начало в 12:00, стоимость билетов 300 рублей. А на стадионе «Динамо» в рамках регулярного чемпионата ФНЛ сезона 2018-2019 состоится матч команд «Луч Олимпиец». Начало в 14:00. Стоимость билетов от 250 до 600 рублей. Заседание клуба «Музыкальный вернисаж» Александра Вовненко под лозунгом «Властители цветущего города» о меценатах и художниках Ренессанса состоится 11 ноября в Приморской картинной галерее. Начало в 12:00, стоимость билетов от 150 до 400 рублей. А в молодежной библиотеке «БУК» – разговорный клуб итальянского языка. Тема – рассказ о себе и знакомства. Встречи проходят на русском и итальянском языках. Постепенно участники перейдут к проведению встреч только на итальянском, уверены организаторы клуба. Начало в 13:00, вход свободный. На спектакль «Огни Парижа» приглашает театр ТОВ. Начало в 15:00, стоимость билетов 350 рублей. Закрытое личное первенство Владивостока по самбо среди юношей, не имеющих разряда, состоится во Дворце спорта «Юность». Начало в 11:00, вход свободный. Мариинский театр приглашает на премьерный спектакль – оперу в четырех действиях «Царская невеста». Спектакль сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках. Начало в 19:00, стоимость билетов от 200 до 4500 рублей. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока.